Вопросы о сувенирах из Праги так же очевидны, как и ответы на них. Ну а коль скоро все сувенирные лавки до отказа забиты марионетками, надо бы рассказать о том, кто они и откуда у чехов к ним такая любовь. Давным-давно, когда у всех на слуху были лишь библейские истории и библейские же герои, поучительные представления разыгрывались исключительно по сюжетам этой книжки. Сначала персонажей рисовали, и они были абсолютно неподвижны, а потом в труппы стали набирать статичных и неподвижных кукол. К слову сказать, уже на подмостках Древнего Египта зрители синхронно с ними задумывались, рыдали или доколе хохотали. Родиной же полноприводных кукол, чьи органы движения пускались в пляс благодаря привязанным веревочкам, считается Италия. Название «марионетка» чаще всего отождествляется с именем Божьей Матери, фигурка которой оказалась первой в строю пионеров кукольной эволюции. У знатоков на слуху итальянская деревянная святая Мария, ловко поднимавшая руку в приветственном благословении. Спустя время театрально-кукольные мероприятия стали непременным атрибутом церковных праздников и базарных игрищ. Жадность, тупость и гротескная округлость кукольных священников почти всегда вызывали у зрителей приступы гомерического хохота. Однако церковь, как правило, к кукольным мистериям относилась снисходительно. Не спосылать проклятия было принято только на живых актеров. Впрочем, бывали времена, когда какие-нибудь очередные клерикалы-ортодоксы, яростно сражаясь с любыми проявлениями антропоморфизма, били марионеток молотками, выражая тем самым антипатию к любому очеловечиванию всяких механических штук. Тридентский собор 1545 года выразил свое однозначное «фе» любым религиозным мистериям, благодаря чему они довольно быстро сменились сатирой и фарсом. Кукольный театр зажил в новых формах, не собираясь исчезать или давать себя в обиду. Постепенно театрально-кукольное искусство просочилось во все европейские страны, где марионеточный театр лишь усовершенствовался. Куклы стали сложнее и органичнее, а кукловоды превратились в профессиональных мастеров-управленцев. В Чехию марионетки проникли вместе с бродячими актерами, разыгрывавшими кукольные представления на базарных площадях. К началу 18-го столетия у чехов появились свои собственные марионетки, а интерес к новому жанру довольно скоро породил множество династий мастеров-кукольников. Деревянных артистов плодилось все больше, их роли становились глубже и разнообразнее, а спектакли – зрелищнее и драматичнее. Со временем и само действо переместилось с пыльного рынка в обустроенный театр. На сегодня в Праге немало камерных площадок, где марионетки, ставшие давным-давно одним из символов чешской культуры, дают полноценные комедии, мелодрамы и водевили. А в пражских сувенирных магазинчиках, коротая время за неспешными беседами, болтают ножками, сидя на полках в ожидании своих покупателей: Обама, Трамп, Путин, Хаттабыч, Мюнхгаузен, Баба-Яга,
и, конечно же, Карл IV. Набив чемодан этими персонажами, дома запросто можно будет поставить какой-нибудь мюзикл.